Сергей Богданович, вам слово. Куколы играю, да, Игорь говорил, что будет очень сложный матч. Здесь силы и шансы абсолютно равны. Мы играли в гостях, Енисей, естественно, предельно мотивирован. Был у нас большая группа игроков, которая осталась дома в силу разных причин. Кто-то по травме, кому-то немногим дали отдохнуть. И, в принципе, вышедшие сегодня, может, в первом тайме была некая скованность. Играли не так надежно в обороне, как хотелось бы. Но в втором тайме хорошо сыграли в обороне, в атаке создавали моменты, смогли забить. Моменты у нас и в первом тайме были, но вместо того, чтобы забить, мы пропустили. Пропустили мяч в очереди, красивый, но, наверное, достаточно случайный, здесь сложно кого-то винить. Поэтому смогли собраться, проявили характер, волю, выиграли этот матч сложный и будем готовиться к следующему. Спасибо. Переходим к вопросам. Пожалуйста, не забывайте представляться, называть свое издание, кто первый. Вопросов нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо.